Время уже минут 15-6. Я на пробежке в лесу. Уже пробежал 3 километра. Пока немного перерывчик. Силовые упражнения. Отжимания. Все дела. Думаю пробежать еще пару километров. Как-то вот так. Такая погода замечательная. Вот так тут сегодня красиво. 5:30 утра. Извиняюсь, что не снимаю на экшн камеру. Блин, я когда проснулся в 5 утра, она оказалась выключена, ну, в смысле разряжена. Такие дела. Поэтому снимаю просто на свой телефон. Тишина, никого нет. В общем, в чем суть адского понедельника? Там было написано, что то, что нужно выписать 20 привычек. Вредных, хороших, из них выделить одну хорошую, одну вредную. Я думаю, хорошей привычкой станет это бег, собственно. А плохой – курение. И вот с этими двумя привычками мы будем работать в эту неделю. Ну что ж, давайте.